супруг певицы Нюши, советник президента Международной федерации студенческого спорта, ФИСа, Игорь Сивов, рассказал об отношении к артистке в Инстаграме. Сивов написал, что проснулся утром и понял, как любит супругу. «Неважно, сколько вам лет, ведь сердце способно испытывать море разных эмоций независимо от возраста. Любовь рождает то вечное, трепетное и незабвенное чувство, что воспевают поэты и писатели, что незабываемо спустя годы. Она приносит счастье», — высказался Сивов, добавив, что именно сейчас осознал, что такое жизнь и любовь. Ранее сообщалось, что Нюша отметила годовщину свадьбы в Париже.